Целых два дня не было видео. Ни по Red Dead Redemption 2, ни почему другому. Знаете почему? Потому что Артур Морган — гребаный ленивый засранец, который решил немножечко поспать возле камня. Всем привет, и мы продолжаем прохождение Red Dead Redemption 2 на PC. А в предыдущей серии, мы наконец-то таки с конем разобрались. И в Валентайн ворвались, и вообще... И все у нас было. Но в этой серии нужно немножечко продолжать, потому что на гризли мы поохотились. Шкуру мы, кстати, свою не просрали. Я уже думал, мы ее просрали. Это хорошо. Меня интересует, что я с ней могу сделать. Но для того, чтобы что-то мне с ней сделать, я так понимаю, мне нужно найти гребаного скупщика. Еще мне писали в комментариях, что... меня типа громко слышно, а игру слышно не очень. Поэтому я сейчас пойду в настройки звука. И громкость диалогов выкручу вообще на максимум. Не знаю даже, вот стереоколонки может сделать. Чтобы звук был погромче. Я не знаю почему, но все у меня стоит на максимум. Это если вдруг к вопросу, почему игру тихо. Также я включил, естественно, субтитры. Для того, чтобы кому вдруг не слышно, могли, собственно, читать. Ну и давайте наконец-то... Наконец-то продолжать. Итак. Небольшое эхо слышно в микрофон. Но с этим мы скоро поборемся. Нужно немного доработать студию, скажем так. Так, где у нас там задание вообще? Это у нас кто? Киран и Леопольд Штраус. Не хочу заниматься заданиями... Штрауса пока вообще от слова совсем не хочу. Вот не хочу, вообще ни разу не хочу. А потому что не хочу, потому что Штраус мне сейчас не интересен. Dutch, I need you to do me a favor. Nothing too serious. I need you to help Harris. Да, я понимаю, что Дач будет нам говорить о Штраусе. Иди нахер, Дач. Не до Штрауса у меня сейчас вообще. Вот, собственно, меня интересует моя добытая легендарная... Да свали ты нахер! Не пойду я сейчас к Штраусу, вообще ни разу не хочу. Это говно я не хочу сейчас выполнять, потому что Штраус не хочу. Киран, давай поговорим с тобой, засранец. Угрожать будем ему. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a Horse while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Ух ты ж, блин. Where's he going? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is... Да мне кажется, он сейчас обосрется нахер. Okay, listen. I know where old Driscoll was holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Ну да, это будет очень-очень весело, мне кажется. Так, хорошо. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Все-таки очень бедный мужик, мне его несколько жалко даже. John, Bill, come here. Ну давайте займемся этим дерьмом. Where are we heading?
Up into the hills behind Valentine. I'll show you. Меня интересует моя шкура, моего гризли, который, собственно, вот что мне с ней сделать? Куда мне ее деть? Я надеюсь, она никуда не пропадет, ничего с ней не будет, потому что, блин, она мне нахер нужна. Да, и я забыл сказать, если ты это смотришь, прямо сейчас, поставь видос на паузу. И прожми гребаный лайк. И напиши комментарий. Вот прямо сейчас, да. Это я к тебе говорю. Именно к тебе. Продолжаем. Давай, погнали быстрее. Главное, шкуру не потерять. Чувака воняет навозом. Нормальная тема. Так, он вроде как путь нам показывает, но конечную точку я не вижу пока. Едем, короче, строим, да и все. И не паримся. Сколько нас едет? Нас всего трое, четверо, ну хрен бы с ним. Он-то бесполезен. Это Джон Марстон, да. But I fear you don't know how to help anyone, except in yourself. You see, O'Driscoll, if this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. And now we go left, road will take us up and round. Ну да, я надеюсь... Эта говнина заведет нас куда надо. Я уже не помню, честно говоря, что там будет происходить, но вроде как он правильное место покажет. Ну и его судьба далее мне неизвестна. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? Я проверял наличие шкуры, не подумайте. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourself. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. Я понял. Будем использовать метательные ножи, значит. Quick and hard. Settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. А где они, эти говнюки? Где-то рядом уже. Главное, чтобы он не привел нас сейчас в какую-то засаду или ловушку. Потому что я этого уже не помню. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse. Вот да, давайте пушки с лошади заберем, потому что ну его нахер, кто его знает, что он там придумал себе. Так, мое оружие. Вот мое оружие раз. И что у меня там еще? Дробовичок есть. Вот мое оружие два. Окей. Все на месте, все со мной. Ну я возьму, пожалуй, вот это. А, стоп, рано еще? Куда ты слазишь-то? Рано. Главное, лошадка... Не потеряй мою шкуру. Как я свою лошадь назвал, я уже забыл. Nice and easy. Nice and easy. Именно так.
Так, шкуры медведя. Будь здесь, никуда. В любой серии по Red Dead Redemption на моем канале лошадь будет срать. Запомните это дерьмо. Вот именно это дерьмо запомните, да? Так, что у меня за оружие сейчас? А, я его назвал Applejack, ну да. Так, мне надо вот это дерьмо. Так, подожди, стой, погодь. Я, пожалуй, возьму все-таки револьвер, да? Револьвер понадежнее будет. И вот это дерьмо. Да иду я, иду. Че за хрень с пушкой творится? А, типа быстро идти здесь не могу, да? А что с ним? Что с ним происходит вообще? Ничего не происходит. Я думал, его там подколбашивает. Это только пушку подколбашивает. Не могу, кстати, целиться. Непонятно по какой причине. Ух ты ж, блин, нормальный такой лагерь, я вам хочу сказать. Их трое. Какой-то ирландский акцент у них на самом-то деле. Этот получит нож в башку или стрелу. Лук я не зря с собой взял, мне кажется. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Так, пожалуй, я займусь им сам. I'm gonna deal with this first feller. Okay, go to work. We're here. We don't need nothing else from you. He's down. Отлично. Don't you damn move. Сейчас главное вот этим, зараза, стрелу в голову пустить. Какой план, какой план? Тихо, nice and easy. Режем. No готов? Погнали. Отлично. Лук и стрелы. Это сегодняшняя наша тема. Что мы с ним будем делать? Сейчас сам разберусь с ним, засранцем. Ну, он сейчас просто немножечко уснет. Так, хорошо. Банда Дрискола. Wait on my mark. I'm gonna take a look at these boys. Меня интересует вон тот засранец. А, стоять, тут еще один есть. Твою мать! Ну, все, погнали, хлопцы. Погнали, ребята! Куда делся мой прицел? Что-то не так произошло. Игру обновили. Но мне это нравится. Мне на самом деле это нравится. Это более хардкорно, как по мне. Это прям вообще хорошо. Так, ты там живой? Отлично, получив голову. Ну-ка. Ну, я ж стреляю куда надо вроде как. Давай, подними голову. Отлично. А мне это нравится. Это свободное прицеливание, о котором вроде говорили. Ладно, только тебя убьем. А мне нравится. Так, сбоку еще заходит. Сбоку обходит, говнюки.
Вот знаете, мне в Red Dead Redemption немного этого даже, можно сказать, не хватало. Такого вида прицеливания. Как бы сложнее, но круче. Так, не забываем перезаряжать пушку. Че, все что ли? Да, это реально выглядит очень круто. Целиться по-новому в Red Dead Redemption. Так, Кольмо Дрискл, возможно, здесь. Ну. Я не знаю, кто это был, но Артур только что чуть штаны не отделал, мне кажется. О, меня спас этот чувак. Нифига. Он типа хочет, видимо, подмазаться к нам. Хотя на самом деле я бы на его месте так и делал. Нет Кольма здесь. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Right you are. Ну да, Кирану несказанно повезло, скажем так. Так, ну здесь можно сразу идти смело к дымоходу. И осмотреть его. А тут будет неплохо денег. Баблишко засунули, спрятали, да. 600 баксов. $600, это замечательно. Так, магазин на карабин, на двухствольный дробовик. Это ржавый двухствольный дробовик. Он, по-моему, никакой, ну, просто тупо обычный. Хотя я его, пожалуй, возьму, наверное. Двухствольный дробовик. Вот теперь замечательно. Так, ну ты идти-то будешь? Алло. Что с тобой не так? Ты куда застрял вообще? Ну? Понятно. А, это да, это почистить надо, естественно. Ну давай почистим. Оружейная маслица-то есть, да. Не зря купил на самом-то деле. Как чувствовал, блин. Правда, лучше ему, по-моему, от этого не стало, этому дробовику. Хотя... как там, любая игра, в которой есть дробовик, становится сразу на 10 тысяч, миллионов тысяч, не знаю, возможностей больше. Так, все, ходить-то сможешь? Ну, вроде смог. Мне, пожалуйста, верните. Да-да-да, хочу записаться. Мне, пожалуйста, добыча. Так, доля банды 300, ваша доля 110. Всегда меня вот это вот поражало, почему мне так мало денег дают. Так, лук, блин, он лук кладет на землю. А я бы хотел забрать вот это дерьмо. Ну, хотя, вроде, пушки эти все равно у меня остаются, нет? Что я там еще могу? Вроде как ничего не могу. Ладно, хрен бы с ним. А почему вот сейчас в руки он не может взять? Так, ладно. Где там моя лошадь? Сейчас мы ее подзовем. Шкура на месте? Шкура на месте. Лук спрячем, а дробовичок заберем. Халявная пушка, это всегда замечательно. Так, тихо-тихо. Мне бы... Мне от первого лица, а то начнут там писать. Не от первого лица играешь? Так, стопэ, а где дробовик-то мой? Алло. Или я его типа раз взял, значит он у меня уже есть. Ну-ка. Проверим. Я все эти, честно говоря, механики уже подзабыл, как это работает. Так, лошадь, стой. А, да, все. Нормально. Люблю дробовики. Блин, а вот это вообще, короче, круто. Чё? В смысле? Какое нахер преступление? Вы чё, вообще тронулись, бля?
Пожалуй, свалю-ка я отсюда по-добру. Можно было бы их, конечно, обыскать, но я что-то как-то замешкался, поэтому я этим заниматься не буду. Я просто свалю. Это не я, это кто-то другой. Там зверь какой-то. Я зверя какого-то захерачил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там маршалы хреначат, блин, видели? Надеюсь, не за мной. Не, нормально. Все, замечательно, свалили. А я, походу, если бы начал сейчас обыскивать... Ой, бы шороху там было. Ядреть твою налево, блин. Так, а что у нас здесь за домик такой? Здравствуйте, добрый день. Сэр. Мэдам. Как дела? Ну ладно, мы ее трогать не будем. Так, вот он, Валентайн. Блин, где этот гребаный скупчик? Я уже, честно говоря, не помню. У меня есть Хозей задание, нет? Вот Хозей я вроде как должен был мне его дать. Так, тут у нас дач, тут у нас Штраус. Я к Штраусу пока не желаю идти вообще. Вот он должен быть где-то. А, хотя вроде как ближайший скупщик, блин, где же он был? Я, честно говоря, не помню. Потому что мне нужен скупщик, на самом-то деле. Мне нужен скупщик. Так, в конюшне у меня один конь дополнительный. Ладно, хрен бы с ним. Поехали в лагерь, поехали к дачу. Расскажем ему про всякое. Баунти Хантер пока недоступен. Я думал вообще-то взять охотника за головами. Пройти заданица одно. Блин, взял дробовик, теперь, зараза, он мельтешит перед глазами. Это он, интересно, или нет? Так, кстати, там что-то было про почистить коня. Грязноватый он у меня, да? Грязноватая моя лошадь. Давай-ка мы его почистим. Почистить. Ну и раз такое дело, давайте уже покормим. Овсяное печенье всегда полезно для вашего коня. Запомните. Погнали. Чем бы таким заняться еще? Не хочу к Штраусу. Не хочу. Хотя на самом деле в любом случае нам придется выполнять задание за Штрауса, потому что задание закончится и все, больше не будет. Красота. Блин, где же все-таки то место? Я думаю, мы его сегодня все-таки найдем, мне кажется. Что-то есть у меня такое предчувствие, что мы найдем именно то самое место, которое я уже третью серию подряд хочу показать тем, кто не видел. И, собственно, запустить себе этот побочный квест относительный. Я, по-моему, очередную курицу завалил, да? Вроде как, да. Че, не будут орать? Кто это? Че там? Это я. Слепошарая, блин. Так, привяжем коня. Я все, блин, за мою шкуру эту боюсь. Давай, привязывай его. Так, все, коня привязали. Не знаю, что за пируэты он там мутил. Но меня сейчас дача интересует. Arthur. Дач? Дач? Мисс О'Шея? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. They don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No,
I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Мне этот Майк, Мика этот, Майки, вообще ни разу не нравится. That kid in the town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Разберемся. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Mm-hmm. Can't drop everything. Да уж, да уж, да уж. Ну, погнали. Блин, я боюсь шкуру потерять этого гребаного медведя. Вожу ее с собой уже, блин, сколько времени. И все никак. Так, поезжайте в салон Валентайна. Окей, ну-ка дайте-ка мне на карту взглянуть разочек. Взглянуть разочек на карту. Так, окей. Я все еще пытаюсь найти то самое место. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off. Давай догоняй. Лени. You were supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew. Drink some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Может, это здесь? Ну-ка. Didn't even tell you quite how. Happened like the strike. Не похоже. The law was on us fast, too. Где-то должно... А, может быть, стоп. Может быть, это здесь место. But I got away, just about. Раз мы уже здесь, чё бы не глянуть, правда? Не, вроде не похоже. Оно должно стопроцентно быть под железнодорожным мостом. Может, еще просто не появилось это задание. We'll just have a couple. Settle you down. Then head back. Okay? Бедный Ленни, он что-то бухать, походу, с нами не хочет. I should warn you. Me and a couple of other boys. Ну да, ну да. Нормально мы тут морды набили. Дресце. Oh, nothing big. We kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Here we are. If I'm honest. Да, мы вернулись в этот самый салон. Может, сейчас нам не так сильно не повезет, как в тот раз. Так, шкура медведя, будь, пожалуйста, на месте. Никуда не пропадай, я тебя очень прошу. Так, что у меня там? Ладно, револьвера мне хватит в случае чего. Спрячем его, пожалуй, пока. Йо, говнюки! Помните меня? Ну-ка, пошел нахер. Я здесь стану. Налей ко мне. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. And you'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. You have one for yourself. Thank you. Ну, бухаем, что ли? Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, they're dullards. My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with being left. Угрожать. Короче, давайте ему угрожать нахер. Buddy, if you don't shut up, I'm gonna rip your head clean off your shoulders. Is that clear? Get out of here! Clear? Clear? Пошел нахер отсюда, говно! Very clear. Давай, давай, вали! Пьянчуга, пьянчуга, блин. О, понеслась. Только рюмочку, говорили они. Да, только одну бутылочку. Угу. Да-да-да, полетела в душа в рай, блин. Нормальная херня. Ну, вот это я помню. Лени искать надо. Так, давай. Такой, темнокожий. Не видела Лени. Hey, you see my friend anywhere? Don't ask me.
feller I was with? I don't know. Так, где же гребаный Ленни? О, бармен знает, 100%. Can't find my friend. You know where we went? You all right there, slugger? Да нормально все. Наверх пошел, говорит. Хорошо. Спасибо. Ленни! Ленни? Да где же Ленни, гребаный мать? Незнакомка. Где, где... Где Ленни? Ву! Я сначала не посмотрел на ее лицо. Где же Ленни? О, твою мать, Ленни! Ты что творишь, говно? По-моему, кто-то немножечко накидался. Нормально так. Что, мало вам, что ли? Голова с утра будет квадратная, ёп. Опять пропал. Чё там, блин? Да твою-то мать, блин. Ленни, я бегу. Ну давай еще с лестницы долбанись, говнюк. Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. Ты еще кто? Что за говно вообще, а? Ну да, это нормально. Столько выжрать пивчанского-то, блин. Прикинь. Ох ты ж ё. Дабы не блевануть. Хорошо. Не, нормас. Так, пошли Ленни искать. Ленни? Ленни, твою мать, где ты? Да, где ты, говно? О, твой... Чего? А, ну понятно. Ленни? Found you, Ленни. Это Ленни. Потому что ты похож на Ленни. Ленни, это ты? Ну, Ленни же, это ты. Много, не спрашивай. Это Ленни. Это да, это да. Мужик, Ленни. Окей, wrong fella. Ленни. Да ёптель налево, блин. Понятно. О, это точно. Не. Шлёп, шлёп. Это этот, как его, челлендж? По щечинам, да. Cheers. Cheers. Not you again. Твою мать. Я его утопить могу. Не-не-не-не-не. Утопить не надо. Не надо топить. Ну хотя, походу, игра не дает мне возможности. А, не, он мне даст люлей сейчас, блин, слышь? Нормально. Ну, получил. Хоть не утопил, уже радует. Почем зря людей топить, так себе идея. Вот это... О, да, понеслась душа в рай. А вот и маршалы. О, да, ну да. Лыка не ляжет, блин. Все, короче. По голове дали, повязали. Вся жопа. В кутузке. Где же еще? You pair degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money,
It's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see either of you around here no more. Ну, видеть ты нас, скорее всего, будешь, и не раз. О! Да, уже... О, фу! Капец. First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. Бедный, блин, Артур Морган. Это же надо было так нажраться. Просто как бомжина, короче, какой-то. Еще и шляпу просрал свой где-то. Так, а... Ох, кошмар какой. Просто дичь. О! Игра фризить начала, ля! Не прошло и 40 минут. А хотя примерно 40 минут и прошло. А, ну, раз игра начала фризить, мы на этом закончим серию. Опять же, Rockstar'ам огромнейшие и большущие. За то, что они до сих пор игру починить не могут. А, шляп мы найдем в следующей серии. Поэтому на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился этот гребаный пьяный угар. И всем пока. Hunting damn near